Так, все, мы едем. Едем. День тот же. Едем, собственно, в парк. Написано, что он открыт. Мы туда хотели сходить, но было закрыто. Я по травке не гуляла несколько недель. В общем, мы приехали в надежде. Что оно открыто, но мы совершенно не уверены. Вот. Что там что-то открыто. Взяли с собой маски, хотя уже все везде все без маски. Но все-таки, ну вдруг. Фонтанчик, ребятки впереди бегут. Мне очень этот мостик нравится. Мы в прошлый раз тут уток, черепашек видели. А? В пруду были утки, черепашки, ну, в прошлый раз. А вон рыба, смотри, стоит. Утюг, все, вот, видишь? А да, вижу, но на камеру будет не видно. Черепашка там, вон черепашка. Вон. Там вон плывет. Вон, смотри. Ага. Красная уха. Видишь, Макс? Да. А рыба даже не боится, да, не пугается. Мелкие. Не, ну вон, смотри, там глубже и большие такие. Угу. Вижу. Да. На дно смотри. Большие. Черепашек Оба. Вообще много. Черепах. Еды хотят. Микеланджело. А вон Леонардо. Утка. А он Донателло. Сейчас Рафаэль выплывет. Кто-то в детстве много смотрел про черепашек ниндзя. А как его звать? Йода? Да нет, Йода это из Звездных войн. А я не помню, как крысу звали. Ну да, это уже. До этого помню Шреддер. Ну да. Мы зашли в музей. О, смотрите, какая каноэ. Вообще, она же настоящая. Представляете, это вырубить в дереве, ведь? Ну да, из одного цикла, да? Да, и представляете, лавочка даже вырублена, представляешь? Снимать запретили, я вам из-под полы. Вот видите, чувак в юбке сидит с перьями. Вот они, эти юбки. А вообще тетя снимать запретила, так что выключаю. В общем, мы были в индийском вот этом музее. Вот оно. Ну, типа, индийской культуре посвящен, там, всякие их небы. Но, к сожалению, там нельзя было снимать. Тетенька нам сразу сказала. Респект, давай нам индиану. Да. И, в общем, я перестала снимать. Ну, нельзя. А сильно так жарит ничего, да? Да не, нормально. Я бы не сказал, что сильно там жарит. Не жарко. Вчера было жарко.
Вот сюда теперь форт идем. Форт Боярд. Стронгхолд или форт. Стронгхолд или форт. Прямо на Википедии он форт написан. Ну, можно и стронгхолд назвать. Потому что обычно на стронгхолдах стоят все эти пушки. Да. И на форпресах. Просто Максимка у нас уже какие-то слова чисто на английском знает. Папа прям бежит впереди всех. Открыто. Познавать историю. Открыто. Ой, ну красотень, красотень. Воротики-то открытые. Что, тоже маска? О, ребятки. О, сейчас будем платить. Витенька у нас покупает. Четыре тридцать мне там было написано. А вон, смотри, с 10 to 5 p.m. 10 a.m. to 5 p.m. Ну, здесь написано нам было. В интернете написано так. Окей, спасибо. Не расписалась. Не расписался, друг, уйти пытался. Ну что, куда пойдем сначала? А, да? Ну, давай что-нибудь почитает нам Максим. Вручи другу карту. Сейчас разберем. Дай мне карту. Я хочу карту. Давай, вот мы зашли, есть. Это ворота. Я хочу в Гуарду. Ну, пойдем вот так. Куда? В Гуарду. Давайте вот направо и пошли. Да, да, давайте, просто почитать, смотреть, что, по это. Карте, что это. А заходить вовнутрь ну, можно? Нет, можно. Там бивень громко включается. Такая карета. Только в телевизор увидела такие. Это значит можно. О, слушай, как прикольно. А что это было, интересно? Ну, видишь, рукодельные эти, пряжные, или как они там, прялки. Ну, прям пахнет старым. Прялки. Ковры. Посмотри, как там темно, как там темно, это смотри на телефон. Кали. Ау. Там были карты, это какой-то, там самодельные вещи. Ну, ковры. Ковры, наверное, какие-то пряли. А тут пекарня, да, Зайкин? Ага. А туда... А, ты можешь с другой стороны зайти? Да? Не, зайти там нельзя. Зайти нельзя, посмотреть. Прикольная пекарня. Ну, сейчас тоже посмотрим с вами. Вот так вот, да? Маленькая такая пекарня. А где пекли-то? Где печь или что-то? Может, это просто кухня была какая-то. Там здесь пекли. Ты же шишь? А тут печи, да, сын? Бейкери стор. Это да, магазин. Это магазин был, да. Там сам. А бейкер. Смотри, какая прикольная эта штука. Бочку, как видишь? Типа... Взвешивать. Весы. Ну, весы, да. Видишь, как оп. Интересно. Я сначала подумал, это типа кран какой-то. А это нет, правда, весы. Весы, да. Стулья, бочонки. Ну да. Под весной сюда. Вот раньше все равно придумывали, как жить, да? Ну, чтобы удобнее было. Пекли на месили. Улице, там месили, вот она печь. Да, да. Такой. Там бы. Там листья сейчас. Вот так это выглядело. Честно, там и было так заложено, или это сейчас заложили? Я думал, что наверное, сейчас заложено.
А подвал, или как там правильно называется, да. Ну, подвал называлась деревня. Зольник, да, зало туда вытаскивали. А он, да, чугунный. А там борщи варили. Борщи? Что интересно у них из первого? Что я не знаю, что тут в Америке из первого. Я не знаю, мне кажется, они больше бобы там со всяким там мясом готовили, вот такое. Короче, карета, это машина иммигранта прошлого. Иммигрант-вагон, да. Вот так вот люди эмигрировали в Америку. Ну, как в Америку, это сложно, конечно, сказать. Ну, по Америке, я думаю. Ну, хотя, хотя из Мексики, наверное, да? Мам, там же карта написана. Угу. Показывают, что они по Америке гоняли. Можно прочитать. Вагон реплика. Use it. Pioneer family. Pioneer family. Name the 2000 name. Over man. From the United States. Mexico, California. Ну, из Мексики, я же сказала, откуда-то еще могли прийти. Мы поедем сюда. Это не настоящий, это как воссозданный реплика. Да, это как воссозданный, короче, копия. Ну и понятно, он выглядит очень хорошо для... Small farm wagon. About 10 feet long и 4 feet wide шириной. Йок. Вообще йок это желток, да. Йок. Pilot 36 had the wagon. No brakes and no springs. То есть, получается, там внутри вообще ничего нету? Ну, нельзя было сидеть. Подожди, а как лошадь вести? Он на чем сидел? На чем? Ну, не знаю. Он на чем-то сидел. Ну, вот там. На стулочке? The wagon? Ну, там же по три стулка. Тут же написано, да, это все. In the start, it was 2000 pounds of food clothes, tools. 2000 продуктов, одежды, инструментов, оружия. Угу. Что такое вот бейдинг, я не знаю. Самому. А, вот смотри, этот from Tennessee. It was built в 2004 году. Он сейчас стал Dakota Fencing Wagon. Он был сделан, да? Да, в 2004 году вот этот вагончик. Before the gold rush. Золотая лихорадка. Да, золотая лихорадка. Да. Там дерево хранили. Да. Это такой был двор. Как? Дровяник. Cover area wood pile. Cover? Да. А, вот, ну да, здесь дерево. Рубили дровишки. Ну тут, наверное, эти лошадки стояли. Поехали, нет. А туда можно, да, пойдем? Что там? Офис? Дайнинг. Короче, столовые и хозяйский кабинет. О, смотрите, вон тут, короче, жил по полной программе. Саттерс офис, да. Видите, он там спал. А смотри, ты видишь, кровать сделана из вижу, ты вон тут веревок. В шкаф к нему посмотри. Да, я видела оружие. Витя, тут интересно. Нет, папа, я первый раз за месяц гуляю, я не спешу. Вообще ни разу. Ну вот так и туда потом вернемся. Можно было отсюда спуститься, но мы все-таки вокруг обошли, нам было интересно. Вот в этом здании мы только что были с вами.
Жаль, конечно, что полностью его нельзя смотреть там в подвальчик. Не, в подвальчиках я не хочу лазить. Но я бы хотел. Это ты у нас настолько исследователь. Ну, много закрыто. Конечно, может, там просто нельзя смотреть. Ну, возможно, там для персонала, для обслуживания, не знаю. О, смотри, какой камин. А что ты без маски ходишь? А кто ходит? Никто не ходит в маске. Посмотри, он сегодня без маски. И одна только в маске. Я? Ой, а тут готовили. Казанные такие там, посмотрите. И сюда он подвешивали? Да. Вот, даже до сих пор сажей пахнет. Слушай, так получилось, что прям вот... Сегодня готовили тут. Помнишь, вот как вот пахнет каша полевая? Да. Когда ты на улице из пшенки делаешь. Угу. Прям так пахнет. Посмотрите, какие были черпаки, все из железа. А вот ведерки, видимо, в которых готовили еду. Я думаю, готовили вон в казанах. А ведерки тут для чего? Ну, ставили, может, на них когда снимали из казана. Ну, нет, там оно все висело на крючках. Ну, ладно, вон кофейники, ты видишь, все на огне было. Блин, классный запах такой, обалденный. Там еще какое-то помещение туда есть направо. Ну, туда мы не узнаем. Ну, правильно, там же столовка, они же как-то носили туда, наверху было. Ой, столик такой прикольный, синий. Столик. Ага. Ой, смотри, там тоже огонь был у них, видишь, казан такой можно было большой ставить. Сковородки, наверное. Ну да, туда вот там. Угу. Там разжигаешь. Мам, посмотри сюда. Ты представляешь, что тут летом, какая тут жара была, да? Да вообще капец. И так ты же смотри, оно же, ну я не знаю, там может и есть какая-то вытяжка, труба, а здесь-то ну, нету. Да, нету. То есть получается весь дым, все вот тут было в том числе. Жар. Угу. Оно и все закопченное, поэтому. Да. Интересно, интересно, девки пляшут. А тут Максим показывает, какая-то одаренность не могла не оставить автограф. Что не могла не оставить? Автограф. А, смайлик. Ну да. Пошли к На улице тоже, да, готовили? Слышь, пап? Oh. Я говорю, на улице тоже готовили. Ну да, наверное, я думал. Какую-нибудь барашку. Я думал, что, наверное, когда было это... Вот тут вот, барашку. Или на хрюньку. Ветке, да? Ну. Или хрюню. Чугун, да? Ну, прикинь, какой-то форт. Ну, тут надо было наготовить, так наготовить. Ну, так это ж не один человек. Ну, да, конечно, нет. Был персонал, поваров. Угу. И кондиционеров-то не было. Вот так вот. Пошли дальше. Пушечка. Сейчас нету просто. Смотри. Винишко? Что это такое? Винишко, наверное, делали. А нет, это виски, наверное. Ну, виски. Самогонку. А, ну да, варили, точно. Ты смотришь, под ним можно было зажигать. Ну-ну-ну, раньше тоже алкашкой промышляли. А, блин, а что это получается? С такой этой капало? Ну, наверное. Подтекало. Не подкапывало, а подтекало. Так, а, походу горело там, да, или как? Или нет. Тут горело? Вот это гореть должно было. Вот это должно гореть. По идее, оно должно гореть, подниматься пары вверх, там в бочке охлаждаться. И вот там вот из бочки вытекать. Вон, видишь, заткнуто. Ну, возможно, да. А что отсюда-то вытекало? Ничего не вытекало. Это вот, видишь, бочки, у них что-то там набродило. Нет, так оно же, ну, туда, вовнутрь идет. Ну, не знаю. В общем, в принципе, самогонный аппарат прошлого. А ничего не написано у нас. Стоим, гадаем.
У Максима карта надо смотреть. Да там только что название обозначено. Что написано за экраном? Дистиллятор. Ну да. Кичен, да? Там вот вход. Воду вообще. Конечно, по поводу дистиллировали, конечно. Так и было. И всех индейцев огненной водой споили. Папу вот эта вот вещь очень заинтересовала, да, пап? Колоритные дамы. Последние не дамы, пап. С сосишками. Вот этот вот с хвостиком последний, это не дама, это мужчина с усами. Это где она квасили это все дело? О, тут пушки. Пушки, да? Ой, блин, какие такие страшные ступеньки, жуть просто. А это в стене получается, да? Они в стене же, да? Ну, в стене. Получается, видишь, тут смотри, три как бойницы. Это, походу, висело, да? Или как? Или где? Я так думаю, что после всего они поднимали, разворачивали пушку в окно. Видишь, что ж не зря, угу. Лебедка. Они ее подняли, развернули. Наверное, так что знает. Лесенка. А это чтобы сидеть тут, да? Где ж тут? А, вот это? Да нет. А может? Что там сидишь? У тебя в шею вон та штука воткнулась. Ну так-то стены толстые, тут не будет, так и нет. Да, смотри, стены не то, чтоб тебе. Не то, что в новых домах. Так, ну это форт все-таки. Такие должны быть. Ну да, я же говорю, сантиметров 60, наверное, ширина. Ну да, тут есть на стену. Ребятушки, я, наверное, отключу камеру, чтобы не убиться здесь. Ну там, наверное, не будет ничего. А смотри, какое мельница. Ну, раньше люди все делали сами. Туда вот в эту воронку насыпали зерно. Вот эту палку, получается, крутили, она вращала этот верхний. Оттуда вас сыпалось. Жернова или как это правильно? А да, внутри что-то внутри, да, перетиралось. Пока муки намелешь, кушать уже не хочешь. А там ножи точили, топоры точили. Ну да. Да, пап? Ну да. Наверное, было полтора пятого. А вот видишь, они жернова в разрезе. Ну да. Расколотые камни. Капец просто. Это она тоже столовая. Под открытым небом. Да? Это вообще не будет. А тут что? Это магазин. Это магазин. Магазин стульчиков всякого такого. А, инструмент, видишь, там эти, даже, как их, рубанки. Да я тоже хочу посмотреть. Рубанки, киянки какие-то. А, вот на наших делали. Пунктиво, что ли? Заходить нельзя? Мне кажется, заходить можно, но открыто. Откроем. Там пункт. Там кто-то выходит. Короче, там... Этот магазин обычный, современный. Ну там уже цивилизация, там кондёр. Музей, спорт, клуб. Да. Welcome, and we have AC. Mm-hmm. А, ну да, имеют кондиционер. Чё-то спальня какая-то, жилище. Вообще room.
Vacuum room. Что такое vacuum? А я откуда знаю? Поговорили. Ну смотри, кто тут спал? Рога. Священник. Не, ну лассо, смотри. Не, зайти нельзя. Я просто думаю, если бы сюда людей бы запустили, наверное, со временем бы все исчезло. Точно что? На сувениры. А люди, они такие, пап. Оружейная? Смотри, сколько оружий. Понятно, а почему, наверху да. Это вот на рабочонке там порох хранился. Ну, да. Ну смотри, сверху посмотри. А вот тоже висят, смотри. Там тоже у них порох. А, да. Ну, я по фильмам помню. Угу. Смотри, вот рога. Тоже, видишь? Угу. Что там написано? Чарково. А он, смотри, лежит. Барсет каких времен. Барсетка. Кузнецы тут же стали. Смотри, какие меха. Меха? Разжигать. Blacksmith shop. Разжигать, как его, горн. Blacksmith. Вон, смотри, какой штангель церкви висит. Вон на стене. Штангель церкви тех времен. Виллы. И многое другое. Вертолет куда-то приземляется. Всякие эти, видишь, примочки. Ножницы, вот смотри, как он металл. Да, я вижу. Мама, а чего на вертолет приземляется? Вот там звук туда идет. Не знаю, за это. Откуда приземляется? Класс. Тут свечи ребятки делали. Король был стоп. Король? Что, потом. Ну, я вижу, там камин свой был. Ну да, это типа вазон такой помаднявее, да? Под стулом, пап. Горшок. Ну да. А это прям как у Наполеона. Да ты что, с Наполеона кроватью это не сравнить. Мне кажется, что это замок короля. Сделано. Мам, мне кажется, что это замок. Ну это не замок, это форт. Куда, что там, командир? Ломбард, ребята. Ломбард тех времен. Трейд-стор. Смотри, какая лампа висит. Это керосинка интересная. А, да. Да. А там свечи были, да, одно время. А тут керосинка уже. Ну, я думаю, что пользовались этим и тем одно время. Ну, вообще так прикольно. Пол такой, да? Не знаю, как объяснить. Ну, я думаю, что пол-то еще, ну, оригинальный. А, оригинальный, конечно. Посмотрим, как он потертый. Ну, прикольно уже такие какие-то эти сделаны, ну, конструкции такие более-менее, да? Так это что? Ну, это какой-то 18-19 век. 18-19. Не так уж давно. Но все равно уже... Это ж не пещера древних людей. Знаешь. Папа. Я понимаю, что это не пещера, но все равно. Закрыто, да? Угу. Замочек. Замочек. Слушай, а может на второй башне не подумаешь? Туда нельзя. Нельзя. Там закрыто. Обратно. И что это у нас тут? Гвард. Охранники. А, гвардия. Гвард. А смотри, у меня сабли лежат. Ну, тут главный перец тут сидел на стуле, видишь, кто охранял. Смотри, стул почти как у нас дома, да. Только меньше размера. У нас антиквария дома. А смотри, какая шляпа висит, непонятно. Да, я уже как на нее посмотрела. А мне кажется, она как... Ее покрасили чем-то. Ну да. Интересно. Ружье. Блин, хоть одно себе ружье такое.
Вот оно. Вот поэтому тут и замочки вас не пускают. Мне все над кроватью повесил. Над кроватью? Здесь платформа, папа. Да, здесь нету нахуй. Где эти пушки? Я думаю, это специально нету, чтобы... Конец, это почти конец. Там еще... Эмигрейшн. Прям в самом конце эмигрейшн. Ну, это уже все реставрировано. Ну, понятно, ну, Вить, ну, куда, конечно. Ну, он же тебе там, дядька, сказал, что много чего. Пол... 60%. Можно зайти. Да, ты заходи. Come in. Welcome to the rotation room. Ну, наверное, им тут рассказывают, что к чему. Ну да. О, там тоже загорелся свет. Ну, автоматически. Смотри, какой пистоль, Макс. 1835 год вот этот вот. Меч. Кинжал или что-то такое, не знаю, кортик. United States, 1835 год. Значит. Типа туда маленький... А этот пистолет... Туда 1000... шарик типа засунули, пороху насыпали, да. Зацикнули и выстрелили. Зацикнули. 1838 год пистолет. Вообще, блин. Вообще. Ковбой. О, смотри, это она на записи тех времен. Не знаю, раньше писали намного лучше, чем сейчас пишут. Сейчас же пишут, вообще ничего не понял. Да? От руки. Потому что никто от руки уже не пишет. Смотри, шпоры ковбойские. Которые не были. На сапогах. Лошадь что? Смотри, уже как нож из... Лошадь, чтобы бить. А лассо, наверное. Там поехало. Лассо. Это какие-то крючки, не знаю. Не знаю, да, чем крючки. Якорь какой-то. Что у нас за кусок? Что такое пикерс? Не знаю. А, булочки, наверное, делали. Ну да. Булочки. Бочоночки. Столяр, короче, здесь был. Все, что с деревом связано. А там папа нет, она здесь. Вон башня. А, туда мы не зайдем, да? Нет. А тебе надо туда? Ну, я туда шел, а почему нет? Интересно. Побежали один вперед другого. А, это тюрьма. Это тюрьма. Лоу, маленькое место. Вот это тюрьма. Солотель какой-то. Солотель конфарм. Да тут прохладно так. Смотри, какая сырость здесь. Угу. Стены все сырые. Где здесь приходилось? Ну, здесь заключенные сидели. Смотри, что он приходил. Преступники. Не, нагибаться-то не надо. Я же мелкая. Сюда можно. А вот смотри, весь форт, главный форт, где мы ходим. А это мексиканский форт. Мам, это мексиканский форт. Мексиканский форт. Ну да. То есть тут плотяник и кузнец нужен, да, чтобы вот это вот сделать. Платяник, вот ляпнуло, столя. Вот, смотри, вот так, ребятушки, выглядел раньше форт. Да. Ну и кто не знал, что Калифорния была раньше частью Мексики, то вот теперь вы знаете. Поэтому там мексиканский флаг. Ничего, да? А внутри телевизор, очень страшные ступеньки. Они откатываются, но я не думаю, что прям на стол. Они, во-первых, они не имеют по очереди, во-первых, стреляли. Не, он говорит, что она когда стреляет, она же откатывается. Ну да. Если всеми выстрелить. Нет, всеми одновременно не стреляли. Ну, нет.
если, я ж не говорю про если выстрелят, я говорю если. Ну, если, может быть. Они что, да. Прям выстрелят все? Вот так вот-то. Как оно было? Вот так оно было. Ну и последнее. Америка была бы не Америкой без Immigration Room. А что, пушку не давали? Ну, может, в нашем понимании мы что-то не понимаем. Кроватки детские, посмотрите какие. Что, может, мы что-то не так понимаем? Ну, это я думаю, что просто комната, в которой жили иммигранты, которые только приехали, наверное, новые, вот здесь. На колясочке прикатили. Короче, у них здесь был этот карантин двухнедельный. Да, после ковида. Нет, папа, тот, кто приходил, его втюрялся ненадолго. Видимо. А что там нет ничего? Это что, выбрасывать, да? Ну, а выбрасывать. Зачем? Не выбрасывать. Тебе дом? Надо? Нет. А зачем? Что, ну что, все. И мне понравилось, кстати. Ну да. Я бы по каким-нибудь штукам еще бы походил. Зачем? Ну это надо искать, у нас тут больше нету. Горку. Ой, смотрите, какая там парнишка отдыхает. Это представь, это построить раньше, пап. Такое не маленькое строение для тех времен. Люди возле водички сидят, отдыхают. Мы можем еще в Капитолий сходить, если хотите. И там тоже ну, самое главное здание-то, где все законы принимаются. Мы же были, ходили, помнишь? Как пойдем? Так, так. Чучки, наверное, надо одеть все-таки. Но эти деревца тоже довольно такие молодые. Конечно. Знаете, это ствол у нее. Да? Это на ракете или что-то. А запах речки, да? Ну да. Наверное. Честно говоря, от количества учебы домой уже не хочется. Уже аллергия на дом. Видишь, получается по диагонали. Ну да. Вот это такая штука, она там по диагонали. Да, да, да. В ту сторону и сюда. Я а та сказать. Получается ту сторону, и видишь, они по диагонали, они простреливают полностью весь перелив. Ну да, ну то есть учти, что вон там тоже есть. Мы не были я там, эту карту закрыт, сохраню. Там есть. Нет, ну я вообще вижу, что они простреливают. Вон там перелив. Еще одна башня, я вижу. На солнце навела камеру, что вам снимаю, но там есть. Я эту карту сохраню, это тест в игре, лёд рехнет. Вот такая у нас была мини-прогулка. Надеюсь, вам было с нами интересно. Вы что-то интересное для себя увидели, как и мы. Вот. Потому что все-таки мы в этом стране очень новые люди. И, конечно, нам надо узнавать культуру. Нам интересно. Мы смотрим. Надеюсь, вам тоже интересно.
Ребята, вы вообще знаете, что наша машина в другом месте? Я она там. У нас такие вот беленькая, вот такая вот, росла дома в деревне, вот такая. Это же клевер. Ну, клевер, да. Я попытаюсь себя в игре реплики сделать. Да? Попыталась. Реплику чего? Реплику замка. Порта. А реплику это копию, ребят. Наша ласточка. Приехали в Панду Экспресс. Маски просят одевать. Одеваем маску. Что, не знаю, говядинки на ее. Говядинки какой? Вот этой? Да. Она там с чем-то, с какими-то этими, наверное. Ну что, подвешивается. Креветки там, мне кажется. Ну давай, да, тут говядину. И это что у нас такое, брокколи, биф? Нет, брокколи биф это оранж чикен, да? Заказываю, да? Все, мы скупились. Вышло у нас на $19 две тарелки. Ну, мы уже давно знали, что это вкусно и как бы не дешево. Да, в дороге вообще прям прекрасная вещь. Конечно, надо ему было. И второму, конечно. Папа же залез, как же ему не залезть? Еще и брызгается.